Всем привет, дорогие друзья! Сегодня вкуснейший обед или ужин, который понравится всем без исключения. В общем, если в трех словах, то это полезно, вкусно и очень сытно. Буду использовать овощи, которые я нашла в своем холодильнике. Итак, начну с синего баклажана. Нарезаю кольцами в 1 сантиметр, затем перерезаю вдоль 2-3 раза. То же самое проделываю и с кабачком. Все нарезанные овощи высыпаю в одну глубокую миску. Болгарский сладкий перец нарезаю соломкой. Вы можете нарезать другими кусочками, например, квадратиками. Обязательно добавляю капусту брокколи. В этом блюде она такая вкусная, что вы даже себе представить не можете. Надо только пробовать. Одну крупную морковь также нарезаю соломкой, но не сильно мелко. Картофель также нарезаю средними кусочками. Одну большую головку лука нарезаю полукольцами. Добавим несколько зубочков чеснока. Крупные я перерезаю пополам. Филе курицы я нарезаю также небольшими кусочками. Помидоры нарезаю каждый раз по-разному. Или кольцами, или полукольцами, по настроению. В этот раз захотелось нарезать кольцами. Для вкуса и аромата обязательно добавлю зелень, это петрушка и укроп. Нарезаю мелко, как обычно. И отправлю всю нарубленную зелень в миску к овощам и куриному мясу. Посмотрите, какой прекрасный набор овощей и куриного мяса у меня собрался. Сейчас я разделю его надвое, чтобы легче было заправить специями, солью и маслом. Так как я готовлю это блюдо не первый раз, то количество ингредиентов я рассчитала на большой стандартный противень, а также на то, что овощи приготовки, они утушатся, и их в половину станет меньше. Теперь добавим любимые специи. Это приправы к картофелю, к мясу, к овощам, также паприка, смесь перцев, черный перец. Также посолим и добавим любимое масло. У меня это оливковое. Все хорошо перемешиваю, чтобы хорошо распределились специи и оливковое масло. Все то же самое проделываю и со второй частью овощей. Можно не делить овощи на две части, если есть одна большая миска или тазик. Теперь соединяю весь состав вместе. Противень обязательно смажу маслом и высыпаю на него все овощи. Затем ставим выпекать в разогретую духовку до 180 градусов, приблизительно на час-20. Будем следить, чтобы не пригорело, и постоянно помешивать. Ну вот, все готово. А вы приготовите такое блюдо? Ваши гости будут довольны, как и мои, которые все время повторяли: «Как же это вкусно!» и будут просить у вас рецепт. Ставьте пальчик вверх, если понравился этот рецепт. Буду рада, если подпишетесь. Приятного вам аппетита и до новых рецептов. Пока-пока, с вами была Оксана.